Машенька. Это мне напоминает, когда я пою все ниже. В грузинский молочный комбинат приехала московская комиссия Академии. Да. Привезли им орден за то, что они доили 4000 литров в год от одной коровы. Да. Но в Америке уже брали 6000 в это время. Им нужно было догнать и перегнать по молоку, как все они перегоняли. И вот тосты все выпивают, разговаривают, грузины принимают. И вот представитель говорит, нельзя ли бы все-таки показать американцам, что мы тоже не дураки. Давайте, нельзя ли сделать 5000, обещать, чтобы мы помогли в Москве обещать. Нет, мы выйдем сейчас в отдельную комнату, обсудим это вопрос. И приходит через полчаса, говорит, обещаем 5000. Опять пьют, еще толстые, еще. А как, если 5,5 было? Пойдем посовещаемся, получается, обещайте, что это. Под конец они потребовали уже 6000, чтобы догнать Америку и в честь дня рождения Сталина поднести подарок. Да. Они совещались очень долго в третий раз. Наконец выходят и говорят, 6000 мы вам обещаем, но предупреждаем, это уже будет чистой вода. И каждый раз подливали воду, смотрели, похоже на молоко. Так и останавливались себе. Чем старше я становлюсь, запрыгиваю ниже, скоро я уже буду баритоном, так что уже не надо будет петь. Нет, но Бах придумал хорошо темперированный клавир, поэтому теперь можно во всех тональностях петь. Я понимаю. Да. Так, все, надо ехать. Скоро тоже будет чистая вода. Да.